Всеми вами любимый, знакомый Александр Дмитриевич Конш. И поэтому у нас сегодня коншиновский вечер. Давайте мы погрузимся в историю семьи Коншиных. А что вы хотели? Ну, чтобы просто записались бы к своей электронке, кто хочет. По крайней мере, написали бы. На следующий прийти. Ну, регистрации типа. Типа регистрации? Ну, я думаю, что все, кто пришел, они как-то узнали, да, и рассылка, и реклама и в Фейсбуке, и в ЖЖ, и в купеческом обществе. И мы видим, что в купеческом обществе она более интенсивная. Да, вот. Мы будем работать над этим. Единственное, что меня очень огорчает отсутствие рекламы Музея Москвы. Вот. Но думаю, что над этим тоже мы будем работать. К сожалению, это довольно сложно. Ну, давайте начнем. Я пущу сначала презентацию. Мы тут приготовили, да, два лагеря. Есть презентация, на всякий случай, моя, и есть презентация, ну, то есть набор фотографий Александра Дмитриевича. Так как у меня презентация, у него набор фотографий, то презентацию, да, пущу я, а Александр Дмитриевич будет рассказывать. Ну, и, конечно, будет приветствовать диалог после его рассказа, вопросы, ответы. Единственное, чаепития у нас сегодня не будет. Чаепития нет. Вот этот минус этого зала. Здесь не делают чаепитие. Чаепитие нам сделали в извинение, что не будет, предоставили неудобный зал. А здесь-то что можно пить?